Привет, бухгалтеры и предприниматели! В общем, все те, кто хочет подытожить февральские новости вместе с MyBookKZ. Меня зовут Диля Шарафудинова, и мы начинаем бухгалтерам приготовиться. Агентство по финансовому мониторингу будет проверять, не отмывают ли ваши клиенты деньги. Теперь придется сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в агентство по финмониторингу. Январские события дают о себе знать. Нововведением пытаются минимизировать риск, что отдельные операции клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Проверка будет проводиться на постоянной основе при выявлении подозрительных операций и при отсутствии сообщений о них ответственным лицам грозит административная ответственность. Также может быть выдвинуто обвинение в сокрытии или соучастии в отмывании доходов. В рамках новой обязанности бухгалтерским организациям необходимо выполнить эти условия. Спешим успокоить. Данные требования распространяются лишь на бухгалтерские организации и не подлежат исполнению штатными бухгалтерами предприятий. Логику подобных исключений понять несложно. Митинги разъяренных бухгалтеров по всей стране – это последнее, чего бы хотело видеть наше правительство. Идем дальше. Начало февраля порадовало новыми правилами обучения предпринимателей и выделения грантов на бизнес-идеи в рамках проекта «Бастау Бизнес». Давайте разбираться, кто сможет пройти обучение. Безработные, зарегистрированные в центре занятости, плательщики ЕСП, ИП, образованные менее одного года назад, в том числе приостановившие деятельность, лица, занятые в личном подсобном хозяйстве. Для того, чтобы пройти обучение основам предпринимательства, желающим нужно пройти регистрацию на портале Atomiken академи. После подачи заявки будет проведена проверка претендента на соответствие условиям программы. В том числе проверят и наличие регистрации по месту жительства не менее одного года. В течение 10 календарных дней в личном кабинете претендента размещаются результаты проверки. В случае успешного прохождения проверки между заявителем и региональной палатой предпринимателей через ИС Атомикен Академии заключается договор на обучение. Длительность такого обучения не более 25 календарных дней. В группе должно быть не менее 15 и не более 70 человек. Обучение бесплатное. По итогам обучения проводится тестирование. Успешно сдавшие тестирование, подготовившие и защитившие бизнес-план получают сертификат о прохождении обучения. Сертификат действует 3 года. После получения сертификата участник получает также сопровождение своего бизнес-проекта от Atomiken сроком на 12 месяцев. Сопровождение включает консультации по вопросам налогообложения, маркетинга, сбыта и так далее. Также успешные проекты получают финансирование из бюджета в виде безвозмездного и безвозвратного гранта на сумму до 400 МРП, а это на 2022 год. Ни много ни мало, а 1 миллион 225 тысяч 200 тенге. Но чтобы получить грант, конечно, нужно соблюсти все условия. Полученные средства необходимо использовать строго по целевому назначению: приобретение оборудования и инвентаря, покупка животных, птицы, закуп семян, рассады, оплата аренды помещений коммерческой недвижимости и торговых объектов. Имейте в виду, что погасить кредиты, купить жилье или землю не получится на эти деньги. А вот следующая новость не про то, что вам дают деньги, если очень надо, а про то, что делать, когда они заканчиваются. Итак, банкротство физлиц. Разработка проекта закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан продолжается. Так, в зависимости от суммы и длительности долга, предлагается утвердить три вида процедур. Восстановление платежеспособности должника, внесудебное банкротство физлица и судебное банкротство физлица. Восстановление платежеспособности возможно, когда у должника есть стабильный доход. В этом случае можно в судебном порядке получить рассрочку на оплату долгов на срок до 5 лет. Если сумма задолженности превышает 5 миллионов тенге, должник и кредитор совместно с финансовым управляющим разрабатывают план восстановления платежеспособности. Затем план утверждается в суде. Если план не предусматривает реализацию имущества должника, то эта мера применяться не будет. Если должник не имеет стабильного дохода, применяется процедура банкротства. Она возможна в двух видах – внесудебной и судебной. Внесудебное банкротство применяется, если физлицо имеет просрочку перед банками и МФО более 5 лет, если долг не погашен в течение 12 месяцев и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг. Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин сможет подать через портал egov.kz, а также через приложение ЕСАЛык e Азамат. После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на наличие или отсутствие имущества у должника, соответствие срокам просрочки и так далее. Судебное банкротство будет применяться гражданам при наличии задолженности свыше 5 миллионов тенге. В этом случае имущество должника реализуется на торгах, а вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами согласно очередности. Если вы задаетесь логичным вопросом, а если жилье у должника единственное, то мы расскажем, что значение будет иметь, является ли оно предметом залога или нет. Если единственное жилье является предметом залога, то его можно будет изъять в погашения долга, но только в ходе процедуры судебного банкротства. Если такое жилье не является предметом залога, претендовать на его реализацию кредиторы не смогут. Отметим, что статус банкрота не лучшим образом отразится на должнике. Ну так еще бы. Планируется, что физлицу, признанному банкротом, ограничат получение займов и кредитов в течение пяти лет, а также ограничат выезд за пределы Республики Казахстан в течение трех лет, кроме выезда на лечение, сопровождения близкого родства, на лечение или выезд на похороны. Повторно пройти процедуру банкротства физлицо сможет только через 7 лет, но хочется искренне верить, что это уже не потребуется. А следующая новость для тех, кто вряд ли задумывается о банкротстве. В Казахстане планируется увеличить налог на майнинг, а также ввести новые ежеквартальные платежи. На текущий момент майнинговая деятельность в Казахстане носит уведомительный характер. Выявить майнинговые фермы сложно, это можно сделать только путем анализа затрат потребленной электроэнергии. Введенный налог на майнинг предполагает, что майнеры оплачивают фиксированную сумму – 1 тенге – за каждый потребленный киловатт электроэнергии. Этот платеж планируется увеличить до 5 тенге, а также дополнить, превратив налог в комбинированный. Дополнительному обложению предлагается подвергнуть оборудование для майнинга 10 МРП, видеокарту 1 МРП, другое оборудование тоже 10 МРП. Отчетность и уплату налога, в том числе дополнительных платежей, планируется сделать ежеквартальный При этом за сам факт наличия оборудования придется вносить платежи, даже если в отчетном периоде не было затрат электроэнергии. Остается вопрос, связано ли глобальное отключение электроэнергии в феврале с майнингом? или нет. В любом случае, господа майнеры, платите налоги. Не все ж вам только зарабатывать. Идем дальше. Февраль выдался насыщенным. Вот и вице-министр труда и социальной защиты Ербол Аспанов заявил, что в Казахстане в ближайшее время запустится социальный кошелек. Для этого задействовано сразу четыре госоргана. Национальный банк, Министерство торговли и интеграции, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. На текущий момент проводится тестирование системы Нацбанка совместно с системами Министерства труда и соцзащиты и готовится специальная площадка. Кстати, было заявлено, что уже определен список регионов для участия в пилотном режиме. Также определены государственные социальные выплаты. В первую очередь, АСП которые будут перечисляться непосредственно на социальный кошелек. Когда все будет готово, казахстанцам расскажут, как его можно будет использовать, кому, зачем и куда. Ну и закончим выпуск хорошей новостью. Малый бизнес освободят от членских взносов в Атамикен. Президент Казахстана Касым Такаев считает, что функционал Национальной палаты необходимо сфокусировать именно на поддержке, защите и развитии малого бизнеса. Подобные заявления вселяют надежду, что новый Казахстан уже не за горами. Однажды проснемся и переименуем наш новостной дайджест в выпуск хороших новостей. Ну а пока подписывайтесь на нас наш канал, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, иначе где-то будет грустить один пиарщик. Пока!